Ремонт домов, уборка территории, благоустройство – эти и другие вопросы в сфере ЖКХ стали ключевыми в ходе встречи представителей депутатского корпуса с жителями дома номер 22/1 по улице Чапаева в Сходне. Особое внимание уделили ремонту кровли. Жильцы обращались в управляющую компанию с просьбой провести восстановительные работы. У нас большая проблема с кровлей. Хотелось бы, конечно, чтобы ее починили капитально. Течи в квартирах. У нас верхние этажи, пятые этажи, вот второй подъезд протекает. Обращение жителей оперативно взяли в работу для устранения недочетов. Каждая из таких заявок на контроле представителей депутатского корпуса «Химок». Совместно с инициативными жителями, с советом дома, с председателем совета дома обследовали кровлю, оценили качество выполненных работ управляющей организации. До этого была заявка от председателя совета дома о том, что на регулярной основе появляются протечки после обильных осадков. Управляющая компания взяла эту заявку в работу и сегодня оценили качество работ. Совместно с жителями был проведен осмотр работ. Оценка ремонта – финальный этап при обработке каждой заявки. Жильцам необходимо убедиться, что их обращение выполнено качественно и в срок. Протечек нет, несмотря на то, что последние несколько дней были обильные осадки. Но определились о том, что необходимо будет еще понаблюдать за тем, как качественно был выполнен ремонт. В ходе встречи с жителями обсудили и другие темы, в числе которых спил аварийных деревьев вблизи дома, благоустройство прилегающей территории и другие волнующие химчан вопросы. Собрания эти очень нужны, общедомовые собрания, решают все проблемы, люди высказываются. Мы обсуждаем все проблемы текущие. И вот решаем, чего нам подать, какие заявки, что поремонтировать, что сделать. Встречи проходят во всех микрорайонах Химок на регулярной основе. Такой формат взаимодействия жителей власти и депутатского корпуса выстроен по принципу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Андрей Липанов, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.